У нас уже вечер. Тайсон Будкис. А, вон выбежал. Тайсон. Что-то темно, да? Ничего не видно. Сейчас свет попробую включить. Во, хоть немножко, но глаза, правда, светятся. Тайсон, тебя хоть немного увидит. Я иду в садик. Время 5 часов. Давай, Тайсон. 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 Ладно, идем. Пришла уже с садика, а у меня тут тесто поднялось. Сейчас я вам покажу. Смотрите, ребята, полный тазик. Все, сейчас переодеваюсь, быстренько моюсь и начинаем заниматься булочками. Так, дорогие мои друзья, что-то фокус не берет. Во. Сейчас буду заниматься тестом. Руки я уже все помыла. Сейчас маслом немножко отделаем. Размешаем. Хорошенько. Видите, какое оно получается на молоке, вкусное. И сейчас будем заниматься булочками. Немножко смазываем стол. Буду обычные сердечки делать с сахаром. Для этого нам понадобится ножик. Приготовим ножик. Сахар обязательно приготовим. Так, вот сахар поставим сюда. И сейчас начнем делать булочки. Я беру небольшие кусочки. Вот так вот обычно делаю. Посыпаем сахаром. Так как у меня руки масляные уже, то маслом не сильно и надо будет смазывать. Потом вот так вот разрезаем. А, немножко не так разрезала. Ну ничего, первый блин комом. Сейчас разрежем по-другому. Дальше. Так, все-таки надо масло приготовить. Сейчас масло приготовлю и вернусь. Налила в стакан масло, чтобы все-таки смазывать нам с вами маслом. Смазываем. Посыпаем сахарочком и скручиваем. Я надеюсь, видно будет все, как что делаем. И с другой стороны. И вот такие вот сердечки у нас получаются. Так, я буду, наверное, сразу улаживать на противень. Чтобы мне было удобно. Противень поближе к себе поставлю. И буду туда складывать. А потом вам все это покажу. Ну, первый у нас получился как будто бы тюльпанчик. Ладно, продолжаем дальше делать булочки. Первая партия булочек пекется, я буду заниматься тем, что мне надо нарезать картошку для супа. Причем нарезать надо очень быстро. Сегодня буду варить из рыбной консервы супик. Вот на бегом. Воду я уже поставила, печка топится, все топится. Что вот как-то так. Первая партия уже запекается, булочки вкусные, поднимаются хорошо, на молоке всегда хорошо поднимаются булочки. И они очень вкусные и мягкие становятся. Так что делайте тоже булочки и выпекайте. Ладно, я сейчас нарежу картошку и потом к вам вернусь и покажу, что будем дальше делать. Дорогие мои друзья, испеклась моя первая партия булочек. Вот такие вот они получились. Не обращайте внимания на коврик, это из Фикспрайса. Он постоянно так темнеет, кто брал его, тот знает. Но для выпечки он идеален. Даже маслом смазывать не надо, и они, видите, даже не пристают. Так, ладно, убираю, ставлю вторую партию, выпекаем дальше. Здесь у меня, как видите, уже много наготовлено заготовок, поэтому сейчас быстренько те уберем, положим новенький и будем дальше выпекать. Вот мои цветочки стоят. Здесь радует меня. Спасибо огромное за цветы. Это очень приятно.
убираю булочки и буду ложить уже свежую партию. Очень вкусные сладкие булочки. Я никогда, ребята, не взвешиваю, сколько грамм чего ложу. Поэтому я не знаю, если честно. Меня многие спрашивают, ну я всегда на глаз ложу, как меня бабушка учила, так я и делаю. Бабушка, тебе привет. Я знаю, что булочки как раз уже подошли хорошо. Сейчас мы их положим. Сейчас эти остынут и я деткам дам. Пусть кушают, пока они тепленькие, свеженькие. Они вкусные будут очень. Так. Тем временем сразу и супик мы готовим. Сейчас яйцом смажем наши булочки вкусненькие. Пойдем на полотенчика. Смазываем обязательно яйцо. Ой, что я вам не показываю, что я делаю-то. Так, ну вот так вот, ребят. Больше все равно никак не смогу показать. У меня здесь духовка стоит, и поверх нее я сразу и делаю. Все смазали. И убираем в духовку. То, что у меня тут стоит. Машенька пришла. Бери булочку, бери, если хочешь. Горяченький, Машенька. Тепленький. Так, тепленький. Где они, тепленькие? Сейчас покажу, какие они. Я в разрыве. Вот так вот они. Видите? Будешь котишу булочку? Я не знаю. Так, они все только что я достала, их все. Но эту, которую разорвала, я сейчас сама съем. Берите любую и ешьте на здоровье. Катюшина, иди дай всем, только не горяченькие, аккуратненько. Все, пускай они кушают, я продолжаю дальше готовить. Сейчас буду тереть морковку для супика и оставить зажарку уже. Так что оставайтесь с нами. Все, съели. Одна булочка осталась. Первая партия махом улетает. Всегда тепленькие, прям улетают. Пью! Кто по две, кто по три успел съесть. Ну, сейчас настряпаем. Тут еще полтеста у меня, полтазика. Еще на столе заготовок много. Там уже вторая партия у меня выпекается. Я прям очень... Духовочка слабенько что-то стала стряпать. Не знаю, что. И также буду варить суп из рыбной консервы. Так что вот так вот. Дорогие друзья, готова у меня... Попробовала штатив по-другому поставить. Готова у меня вторая партия булочек. Сейчас мы с вами их достанем. А, горячо. Вот такие вот красивые, вкусные получились. Сейчас мы их с вами переложим и будем новые выпекать. Вот это вот коричневое здесь на противне остается, это карамель, потому что сахар подтекает, когда выпекается, поэтому карамелька получается. Это ничего страшного в этом нету. Оно получается потом снизу, когда булочки другие ложу, и вот эта карамель прилипает внизу у булочки, и получается, как будто в карамели обмакнули. Очень вкусно. Девочки, оно горячее, пока не трогайте, пусть немножко остынет, а то обожгетесь. И смазываем яйцо. Ставим в духовку. Все, выпекаем, как испекется, покажу. Так, тем временем делаю зажарку. Варю суп, будет из рыбной консервы. Так что вот так вот. Готовим дальше кушать, пока булочки выпекаются. Так, дорогие мои друзья, у меня напросились помощники. Сейчас им... Тут все сделаю, подготовлю, и будут они мне помогать. Так, раз.
Сейчас будете смотреть, как мама делает. Они ручки уже помыли. Сейчас смотрите. Ваня, кыш! Руки. Смотрите, смазали? И вот так вот тесто делаем. Ваня, тебе не надо пока. Сейчас я вот так вот поставлю, а то мои шины ручки плохо видно. Вот так вот. Сильно, сильно, сильно прям, Оксана. Вот так вот, пальчиками, пальчиками. Чтоб только дырка, Маша, у тебя не получилась. Прям сильно, сильно, сильно раскатываем. Молодцы. Все, давай мама смажет. Подождите. Маша, смотри. Давай вот так вот сделаем. Так получше будет. Ну ладно, пускай все равно завернется. Сейчас я вам посыплю сахаром и будем скручивать. Подожди, сейчас посмотришь, как мама скручивает. А, вот так? Полосочку? Подожди. Маша, смотрите. Ну вы прямо очень туго скручиваем. Видите, туго. Вот смотри, туго. Видишь, вот так вот. Чтобы у тебя получилось как бы много-много слоев-то. Видишь? Вот так вот. Так, потом вот так. И вот так пошла скручивать. Маша, вот так вот потом. К себе вот этой вот попкой. И вот так вот разрезаем. Так. И вот сердечко получилось. Смотри. Ну вот, правильно, теперь разрезай. Вот так вот аккуратно. Больше, больше, больше. Вот. Разрезай, разрезай. И вот такое вот у тебя сердечко. Вот такое вот у Маши получилось. Так, Оксана, бери ножичек. Давай, давай, режь, режь, не бойся, не бойся. Вот так вот. И вот так вот вывернули. Видишь, твое первое сердечко. Красивое? Продолжаю готовить суп. Осталось закинуть рыбу. Сейчас будем с вами ее закидывать. Мама, да. Суп буду закидывать вот такую вот селедку. Возьми, Мари. Где? Там на столе в тарелке. Сиреневый. Любовь, да.
дорогие друзья, суп рыбный сварила из рыбной консервы. Что-то рыбку не вижу. А вон там рыбки попадаются. Обязательно добавила зеленый укроп свежий, замороженный. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Выпекаю дальше булочки. Сейчас покажу, сколько получилось. Вот так вот. Ну, тут уже много съели, конечно. У меня тут еще заготовок, там еще выпекается. Очень много съели. Уже по две, по три, кто булочки, кто сколько мог, тот столько и съел. Суп сварила. Сейчас булочки достряпаю. Тут еще на столе у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 штук. Там плюс выпекается. Ну, еще охотки 2, 3, может быть. Так. И все. Потом можно будет идти отдыхать. Ну, какой отдыхать? Не надо с Оксаной там доделать уроки, потому что мы еще с ней не все сделали уроки. У меня то готовка, то уборка, то одно, то второе. И получается, там надо ей доклеить животных и проверить другие уроки, как она сделала. Так что вот так вот. Ладно, продолжаем. У нас на улице погода стала подмораживать. Напишите, какая у вас погода. Хоть это, почитаем, какая погода у вас. Вот так вот. Настряпала уже полный тазик, дорогие друзья, булочек. Видите, с другой стороны они какие. И вот такие вот булочки у меня. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У меня еще последняя партия выпекается, и потом можно будет отдохнуть. Устала уже на кухне. Сегодня вот я снимала вот на такой штатив. Получилось у меня в разных ракурсах. Если напишите, как вам в таких ракурсах, то, что я вот снимаю, да, будет очень интересно узнать. Я разогрела себе супик. Борщик еще не доели до конца. Я вот всегда доедаю. Дети долго не хотят уже. Каждый день они просят свежий, а старый суп вот приходится маме доедать. Это борщ. В холодильнике стоял, решила его доесть, разогрела. Ну, а детям свежий рыбный консервы супик. На стакан поставить, мыть уже все, последняя партия, яичко все потратила. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Забегайте к нам на чай. Все, дорогие мои друзья, испекла я все булочки, устала. Приготовила кушать, завтра можно с утра будет немножко расслабиться, не надо будет ничего готовить. В целом, целый тазик еще булочек. Дети уже все наелись. Булочками уже по много съели. А я сейчас пойду сяду за компьютер. Мне надо посмотреть, какого можно снеговика сделать. Я так пару идей хотела сделать, но у меня нет материала для того, чтобы сделать. Поэтому прибегнем к интернету. Ладно, съела супик? Еще хочешь супик? Сейчас наложу. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот сегодня был влог. Напишите, как вам то, что я засняла немножко по-другому. Вот, даже ту же самую кухню, которая всем уже надоела. Я знаю. Но я постараюсь и в комнатах тоже снимать, да? Угу. Сегодня хочешь уже суп? Уже перехотела. Вот суп с рыбкой остывает. Сейчас остынет и будешь кушать. Всем желаю хорошего дня. Всем огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии. Для меня это очень важно. И всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока.